Жан Александр Григорьевич, для того, чтобы быстро решить все вопросы, предлагаемые Минским горосполкомом, необходимо принять специальное решение на вашем уровне. Считаю, что такое решение является самым быстрым и оптимальным. Да, оно несет риски, но если мы хотим начать строить уже в этот сезон, здесь что-то, я имею в виду, благоприятный летний сезон, то его надо принимать. Значит, я абсолютно точно определился, что в этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для Беларуси, как он когда-то был. Мы все должны сделать для того, чтобы мы получили хорошее производство. Или электромобили, еще какие-то там бензиновые, больше электромобилей. Сейчас все переходят на электромобили. Поэтому надо вот это перспективное производство развивать и к концу пятилетки довести его до идеального состояния. Вносите предложение, не затягивая. Правильно ты сказал, если мы хотим чего-то, значит, надо начинать уже сегодня. Вопрос номер один для тебя не только восстановление производства и удвоение производства. Локализация. Сборочное производство – это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, в Европу, привез запчасти, свернул, скрутил – все хорошо. Нет, мы должны делать сами.